9.30, кислород. Нет реакции. Адреналин. Вкалывай адреналин. Давай быстрее, давай быстрее. Готово? Адреналин есть. Уроды, делайте что-нибудь. Уже жара, делаем все, что можем. Давай, земля за эти быстрее, ставь, включай. Сейчас, брат. Доведем быстро. Земля за эти ребята. Ну, поднимай. Заряд, разряд. Заряд, разряд. Остановка сердца. Аккуратно. Ну, что-нибудь предприняли? Да. Подожди. Мужчина, не мешайте, пожалуйста. Все будет нормально. Не переживайте. Быстрее, быстрее. Кисти, секунда. Ёб твою мать. Вот это профессионалдар. Вам надо, между прочим, учиться надо. Карындарын салбырап тұрғаным, но не? Ұстағаннан басқа ештеңке білмейсіңдер. Вот они вот действительно работают. Не, ну да, конечно, у них это, частные скорые. Зарплата больше, условия лучше. Врачи у них лучше еще. Сейчас про меня имеешь в виду? Нет, конечно, ты же не врач же. Ты же так для массовки хочешь. Да и у них, у нас есть зарплата такая была бы, Шарипага, извините меня. Вот ты верь мне дожди. Зарплата, марплата, это мить. У нас даже гурма, машина сходай. И сейчас смотри, какой у них. Пациент, тонгозги, элитный, без таким гора, наркоман, алкашлар. Прячь. На трубу как кусочек, блядь! Орите постоянно на запарили! Орите меня, орите! Орите, не блядь, чему стремитесь, кто-то нормально! Вы же водитель нафиг, блядь! Там скажи, что тебя от станции бригады! Действительно, я водитель, я там буду сидеть, блядь! Ну и вот сидите там, орите постоянно как кусочек! Чё, там приняли? Да, конечно, куда денется? Серьёзно? Да, всё, какое число, кстати? 15-е. 15-е? Ох, ё-моё! Он же этот срок вакцинации заканчивается. Надо пойти поставить. Ну, в смысле, поставить. Купить. В смысле купить? Лучше поставь его. Ну, сам ставь. Я лучше куплю. Я тебе как врач говорю, лучше поставь вакцинацию. Слушай, вот такой, как ты, врач, мне советуешь, поэтому я фиг когда поставлю, помню. Ты вот сам поставил? Да, сразу после жены. Ну, это понятно, что ты все после жены делаешь. Зачем это подчеркиваешь? Шарипа, а вы поставили? Ну, я каждый день ставлю. Пусть каждый. По 100 грамм, и коронавирус убивает, и настроение поднимет, танцуешь, общение, сообщение. Самое главное, я утром настроение мне готерлем, вот. Вот видишь, как могли выживать. Нам даже надбавку не давали во время коронавируса, хотя мы заслужили ее. Тебе давали? Нет, мне тоже не давали. Никому не давали. Это же плохо. А он по утрам почему так встает с настроением, знаешь? Потому что шел по новой дары на вас, наверное, необычно как-то будет, правильно? Нет, толстяк, все, вижу, можно ли? Провермешь корень генетически, долбоёб, блин. Ладно, ладно. О, наша надбавка приехала. В смысле? Ну вот, бонусу надбавки нам не давали, зато вот сюда ее вложили, это главврач наш. Я катындар сяду, вот ты берми, я карн ашты, я бар магазинге бар, бренси алып кендешь. Ну-ка, бегом. Ладно. Кстати, а чё по утрам, чё, шёл по Найдарну, вам ничего, завтраки, не гэс? Нет, тварь, блин, газ. Точно твоя жизнь, не газ, милин, браво. Бегу! Чарки, халайсын? О, хареке, халайсын? Чё там, махалик бутсын бы? Да, вот шиглы, армия да болмаган, о, чимарти это ватрым, да? Да. Сен акиматка жмысқа гыртты беду, о? Да там, прикажу, братан. Думаешь? Что тут думать, Секул? Во время коронавируса, там, блин, кому не лень деньги крали. Все воры там. Да возьми этого нашего главврача, видел же только что? На какой машине приехал, откуда? С неба, что ли? Ну, чистой воды коррупционеры. Не, ну да, здесь согласен. А вы уверены? Что уверен? Я говорю, вы уверены, что главврач деньги ворует? Слушай, мужик, когда мужики разговаривают, тебя не учили не подслушивать. Какие вы мужики? Хатындар, стоите, коллегу свою обсуждаете. Коллегу?
Кель, вот коллега, от зарплаты до зарплаты. Бич-пакеты, круглосуточно. А тот коллега, тот коррупционер чистой воды. Вот, подождите, сейчас главврач звонит. Главврач, походу, жена его, как у тебя, главврачом называет. Да, папа. В магазине сейчас подойду. Ага. Скорой попробуйте, поработайте. Знаете, как сложно работать в скорой. И работала, между прочим, и санитаром, и на скорой, и фельдшером. Сейчас врачом работаю. А если бы, как вы говорите, мой отец брал взятки, я бы себе бич-пакеты не покупал. Сдачи не надо. Пиаром оплатил, сдачи не надо. Долбан, понторез, блядь. Че, не стим, Зинда? Вдруг он пожалуется. Ну пусть жалуется. Тебе надо было не сико, а чмо назвать. Ты че всех боишься? Не жена же твоя? Пошел ты, блядь. И одну бритву дайте, девушка, самую дешевую. Айрат, я. Сен куб утрогать тебе верме. Ухтунба? Білесің ғой сонда қандай спорт болады? Сүйеу шаке қайталанбайды. Давай, хабарласасың ғой? Хабарласам ішші. Давай. Аға? О. А вы что, отсидели, что ли? Ашын әңгіме болсын деген ғой. Әңгіме болсын, получается, вы врун, да? Издабол. Ек. Сейчас, сейчас, сейчас. Отпусти. Ек. Вот я вермен дальше. На зоне что-то накидывают. Опа, вызов, вызов у нас. Что, вот, искренне медло. Да, приняли, приняли. Есть шаблон наш? Вот, вот. Салам алейкум, скорую вызывали? Да. Салам. Салам алейкум. Салам. Тесте жүндір. Что? Тыншаққа. Жынды ману? Кто скорую вызывал? Что тут происходит? Я вызывал. Ребята, спасайте, помогите. Выручайте, ребята, жена едет. И что? Как что? Вот что. И смотри, и вот что. Не, ну если вас жена избивает, то это, вам не 103, а 102 нужно звонить. Ну, у него опыт есть. Да меня никто не избил, но мне это надо. Ну, правильно, вам это надо, нам это не надо. До свидания. Ребята, чик-чик, ты мне дашь? Ко мне недавно тухалка приезжала. Это она расцарапала, засосы поставила. Мне надо теперь, якобы кто-то избил. Сделать так, чтоб. Слушай, братан, ролевые игры, твои проблемы, нам так какая разница. До свидания. Четыр, она ко мне едет, вот я весь в засосах. Вы сами понимаете, она что-то заподозрила, что ли? У них же нюх, чутье на измены. Ну, хотя, да, да, есть такое, как-то тоже спалили меня. Заткнись, а? Больной, что ли? Не надо свои проблемы пихать. Все, до свидания, времени нет, мы, конечно... Ребята, а какая у вас зарплата? Такую же заплачу. 7,5 миллиона тенге. Какой? Давай каждому 150. У вас же еще водитель есть? И ему. А вы сделаете вид, что вы меня избили. Каждому? Да. Каждому по 150, правильно? Да. Это получается 450. Да, каждому 450. 450 тысяч тенге. 450 тысяч тенге. Ну, в принципе, все, братан. Только давай так, мы избивать... Самарин Павлович, у тебя? Йо, давай бей, брат! Не, я бить не буду, братан. Ты здоров, ты бей! Нет, вы... Бей, бей! Ай! Ты что делаешь, а? Бахил, сам бахил одевал, больной, блин. Слушай, мы тебя хотели вылечить, ты нахрена вызываешь нас тогда? Что тут происходит? Жан, не подходи! Не подходи! Мы приходим, лечим вас, значит, а вы... Видишь, же, не подходи, да, вы там разберитесь своему, он больной же, он больной человек, ё-моё. Мы, значит, лечить пришел, он нас начал избивать, начал что-то делать, мутить, да? А что тут с шеей-то? Это ж... Шея? Он кусался, а этот царапал, смотри. Вы кусали его? Да, кусал, царапался. Тырнаң болмайсың ме? Так он вообще первый начал. Да, он первый начал, у вас муж неадекватный, он больной человек, посмотрите на него. Вы его к этому, к нервопатологу сводите, больной он. Мы заявление будем писать. Да, будем заявление на вас писать, да. Не будем мы заявление писать. Мы не терпилы, понятно, это ваш муж терпила. Капец, блин. И вообще этот, не забывай, 450-я статья, часть третья, на троих делится, понял? Не забывай. Синди, как надо пихать, это пища. Что? Что за статья? Не знаю, юрист из себя кочет. Жаман орган, а? Тырнаган найтсяши. Что это вообще? Мыскишь? Духи себе мужские купите! Набрызгались, твари! Аямайды! Уртаста бахила скрытого!
Да, Кайраке, тез айтшы, мен выезда жүрм. Шаке, кутуктауга болот. Эртең акиматка барам. Уже приказ чыкты. Не, сол үчүн звондаватсың беле, кутту болсун. Жок, так бир орун болуп турду, барасыңбы? Жок, керек эмес, сен сияк бир жыл күтөтүн убакыт жок менде. Не, там точно. Я же место ждал, чтобы освободилось. Оказывается, барго, екі орын босап тұр. Зарплата 400 мың. 400 мың? 400 мың. Кое, мүмкін емес. Кешкі 6-ға дейін істейсің. 400 мың болса, мен таңғы 6-ға дейін жұмыс істеймін ғой. Так, не істеу керек? Істеме керек жоқ. Документ жинайсың, 150 мың бересің, болды. Еще 150 мың? Я 150 мың қолы, мен любой адам пышақтап тастаймын ғой, білесің ба? Тыңдасай до конца. Ол ақша маған емес қой, акиматты адамға беремін, соны. Дальше пропихнет. Это же акимат, это там даже водителей пропихивают. Енді сен келіспесең, мен басқа біреуге айтам. Тоқташ. Мен жоқ деген жоқпын ғой енді. Давай базада келсек сөйлесеміз. Ақшаны бүгін бересің. Документ сосын жинай бересің ғой. Жоқ, береміз ғой, бірінші барып сөйлесейік те сізбен. Давай. Тұр, елки-палки. Немене бәле мынау, системаны орнынан спирт құйғансыңдар ма не? Шарипа, не тұрсыңды, кеттік, отравление у него. Айқайламай е маған. Мен қазір акиматтың мәдиласың, түсіндің ба? Тоже набухали, что ли? Давайте быстрее. Өзім білем мене. Айқайлап сөйлемеңдер ма? Давайте быстрее. Нифига себе, блин. Толстяк, еще түрің шыға бастап қой. Что-то я не понял, а что, пациентов теперь что, медбраты забирают, что ли? Жоқ, просто пациентер көп, он не успевает. Не успевает, а шахтер, что ли? На шахте работаете, банды колотите, блин. О, какие люди! А вам маленькому что, знакомы, что ли? Конечно. Я ж тот самый сын гнилого врача, Гнида Гнидович. Салам алейкум, Арман зовут. Что, толстожопый, еще остроумный, что ли? Вы давайте много, не будем сейчас базарить, стоять, ты серьезных людей позови, дежурного врача, например. Дежурного врача, сейчас. Добрый Маратович! Оу! Подойдите, пожалуйста. Иду! Кто звал меня? Подожди, ты что, дежурный врач, что ли? Ну, к вашему сожалению, да. Потому что всех, кого вы привозите, я принимать не буду, понятно? И вот этого вы привезли, увозите обратно, нахрен, не нужен здесь мне. О, такой серьезный, посмотри-ка, как им прям целый. Поздно уже, вон уже, енот твой принял. Давай, удачи тебе. Пойдем. Ты че? Дарина, ага, кешермишься. Просто у него острое отравление. Хорошо. В башке у тебя отравление. Со мной посоветоваться нельзя, что ли? Дарина, ага. У тебя пациент отравление упал? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Менің балам досында алып кебеді. Еркін Касенов, жағдайы қалай? Кто там? Это вот, которого я приняла. Ага, мы его приняли, но он здесь лежать не будет. Как это лежать не будет? Ну так, он же выпивший. Его в наркологию везти надо, там откачают. А что, вы это не можете делать? Если надо, а сейчас мы тулеем. Про деньги. Ты понял я. Почему не можем? Можем. Можем закодировать даже. А вы еще кодировку делаете? Фу, мы после коронавируса что так не можем. Конча. Так, Асем, сколько кодировка стоит? А? 300 тысяч, короче. Ну, это полностью комплекс лечения. Комбатекент? Ага. Негізі, он же все равно за один день все деньги пропьет, правильно? А так его закодируйте и все, можете не переживать. Я за вас же волнуюсь. Сізге рахмет. Балам үшін ақшамды аяйын ба. Но он точно пить бросит? Он если хоть одну каплю выпьет, он умрет сразу. Ішпейді. Кішкентай бала емес қой? Тем более. Жақса, жасаңыз. Асем, в восьмую палату переведи, там условия получше. Дарина, а? Че? Я не поняла. Кодировка – это пароль, да, какой-то? Или
Тужап шаузынды. Дарин, ага, сына калай ол? Есть ощущение, что нам с этим джужином чуть будет сложно. Да тебе с таким жетом и так будет сложно. О, сико, что с гайдаром жетом, красавчик! Рот свой закрой, понял? Я одного подкаблучника ударил и тебя ударю, ясно? Да ладно, что чуть-чуть злишься сразу. Че думаешь, заплатит он? Проблем не будет? Не, сыкло волмаш, сико. Не ной, нормально все будет, не переживай, все будет нормально. О, Ваша звонит. Алло, да, Шолпан Айдаровна? Да, все нормально. А мне кажется, нифига не нормально. Скажите мне, пожалуйста, с каких это пор врачи избивают своих пациентов, м? В смысле, каких пациентов? Это у вас надо спросить, какие пациенты. Вы что, совсем страх потеряли? На вас сразу уголовное дело завести? Или вы уволитесь задним числом, как все в правительстве делают? Так мы же не в правительстве. Вот именно, поэтому вас сразу надо увольнять. Подождите, давайте для начала разберемся, ну, да. Что за пациент, кто, разрешите? Для чего? Да-да, заходите. О-о-о, Ходор Хабиб, как раз вы тут. Тут на вас заявление поступило. В смысле заявление? Что за заявление? Ну как, обычное заявление, когда люди избивают, там, царапают. Вы же как раз одного такого побили сегодня. Я не пойму. Кто кого избивал, чё? Угу. А вот эти побои, на шее удушья, чё, засосы, что ли, или кто? А если вы про того, про кого я думаю, да. Да. У него засосы, у него там любовница, там, ну, в тот момент приехала у нас попросить, ну, там, как бы. Конечно, да? Конечно. Сейчас давайте этот потерпевшего вызовем, вот при нём и всё расскажешь, да, как есть. Саке! Проходите, проходите. Здравствуйте. Ну? Вот, потерпевший. Проходите, проходите. Вот как раз их шеф. Этих бойцов, как говорится. Давайте расскажите, как все было. А то эти ребята говорят, что они их не били. Как не били? Я лично видела, как он ударил его. Женщина, давайте, вы подождите. Пусть сам потерпевший расскажет, как все было. Давайте. Ну как? У меня это подскочило давление. И я вызвал скорую. Тут они подъезжают. Я из-за давления нервничал. А они без бахил заходят. А я говорю, наденьте, и начали нервничать. Ты че, гнида, э? Так, Арман, успокойся. Мужчина, насчет бахил. Мы их одеваем по ситуации, ясно? Я в курсе. Вот вы мне объяснили, они нет. Этот здоровый ударил меня, а второй начал кусаться. Блин, кто тебя кусал, урод, э? Арман! Видите, он какой у вас неадекватный. В тюрьму его надо. Сейчас. Вот вы хотите правду, да? Я вам сейчас расскажу. Вот этот, засос на шее и этот царапин на спине. Это любовница его оставила. Да. Скажи, что это любовница, что ты молчишь? Ну не зептры. Ты чё? Ты чё несешь? Ты хочешь мою семью разрушить, что ли? А? Сами драться не умеют. Один царапается, другой кусает. Вместо того, что извиниться, интриги тут пускают. Не, мразь. Так, все, успокоились. Толстый, успокойся, я тебе говорю. Выйдите все из кабинета. Выйдите, мне с участковым поговорить надо. Давай, давай, идите, Борпанза. И кодом к сурсине. Че ты делаешь, а? Ты что делаешь, я зеленый? Ой, мынау бабы. Не болды, айхайлат, шулат. Какая разница? Ертен кетем, ой. Не болды, сапкан, келдің бе? На, 149,650 тенге. Мынау не? Я самса жедік, не болды, сонышыма. Жмот помаш? Чарайт, қоса салам, ой. Бар, ой, ақша. Бірақ... Предупреждаю, егер ты утро голдаб, а нам новым пофиг шахтай салам. Но мне наоборот тоже реген ахшам. Шаки, кайф, мой нормальный. Болт, болт, жарай, шаки. Все. Бүгін ахшам берем, дейтен штатта болсын болды. Болт, шаки, все, давай. Барш, не дашты баш. Айтпаш, шиколдар, берген дырши, Сендер ма, жаңадан келген нелер, водительдер? Біз. Тасол үштіндер ма? Нет.
просвещение болған жоқ па не? Нет. Какой? Қалай ол сендер водитель боласыңдар? Онда ішпей водитель боламайсыңдар. О, доброе утро. Айғайламыш. А? Не кричи, тебе, пожалуйста. Вот так бы сразу. Че, как дела, бывший алкаш? Почему это бывший? Потому что мы тебя закодировали. Как это закодировали? Без моего разрешения, что ли? А ты бы разрешил? Нет. Ну и все. И не вообще шуга волмать мне. Что волмать? Вот. Только если выпьешь, у тебя сначала живот заболит, потом рвота начнется, потом все, летальный исход. Как это летальный? Улечу, что ли? Да, улетишь на тот свет. Так что, сынуба, давай, после капельницы укол поставь. Хорошо. Подожди, вы завтра не могли поставить кодировку? Ёб твою мать. Бля, бүгін дос балам туған мүледі ғой, А как вы ее закодировали? Ну, у нас же нет вообще препарации, я что-то не поняла. Ты нас постоянно что-то не понимаешь. Витамин С ему поставил. А чего он мне кодил в титуле Баламани? Нет, конечно. Ну, самовнушение можно. Ого, самовнушение. Ну, смотри, ты же сама себе внушаешь, ты красивая, симпатичная, миловидная вся такая, правильно? Ну, да. Ну, да, но это же не так же. Вон там то же самое. Все, иди, 13-ю капельницу проверь. Хорошо. Этот, сиськи покажешь мне, не? Что? Грудь, говорю, когда покажешь? Никогда. Ну, правильно, как ты мне покажешь то, чего нет? У тебя же это, плоский экран. Все, иди. Че? Я говорю, какой палате капельница? 13-й, тупица. Какое место? В какой день? В. Ни сисек, ни мозгов. Надо же, две спины у человека. Ёханый бабай. Чтобы, наверное. Ну что делать будем? Эти ваши ребята сейчас под конкретную статью попадают. Они же за собой вас тоже потянут же. Они конкретно вам нужны? Нет? Давайте этот, увольте их. Я сам с ними разберусь. Ну, как нужны? Из-за этого коронавируса у нас и так нехватка кадров. Если я этих уволю, кто ездить будет, работать? Кто лечить будет? Ну да, понимаю. Но эти-то не поймут заявщики. А что делать? Может, поговорить с ними? Да нет, ну что вы. Что с ними разговаривать? Я таких людей знаю, каждый раз вижу. Им лишь бы бабки, понимаете? Сейчас пойду с ними разговаривать, минимум 100 тысяч попросят. А такие деньги что? У ваших сотрудников точно нету. Ну, у меня сейчас чуть-чуть, ну, натяжно с деньгами. Слушай, ну давай я заплачу. Да нет. Ну что вы, вы-то при чем? Ну, как при чем? Они же мои подчиненные. Я за них ответственность несу. Слушай, давай я заплачу. Сколько нужно? 100 хватит? Да нет, ну что, Бабер, ну честно, неудобно у вас деньги брать, блин. Ну давайте 80. Дайте, я с ними попробую договориться, только ради вас. Я с ними обязательно договорюсь, да? Так. Не знаю, 80. Кто, честно, неудобно. Но я обязательно договорюсь. И вам сообщу, да? Если не хватит, потом скажешь, хорошо? Ну все, тогда на связи. До свидания. Чигиттер, токтай тандыр. Жан, ты здесь постой. Я с ним переговорю. А вдруг я стагр кетсе? Корпа. Хорошо. Я, если что, на камеру буду снимать. Хорошо. Снимайте. Эй, долбоеб, ты что творишь? Какое нахрен заявление? Какой нахрен? Не обессудьте, баран. Шоу воин, фиг не мисс был. Эй, жена панику навела, что мне делать? Мы, главное, заявление заберем. Ладно? Только правду не говорите. Тут раз 450. Эй, ты понимаешь? Уголовное дело. Вы что делаете? Я на камеру снимаю. Как договаривались? Помогите! Мы с тобой как договаривались? Вы свои полицейские, разнимите их. Что это видео? Я тебя помощи просил со своей маленькой там. Писендер, бастарн снима, а? Я хожу с вашей этой шифиней, педалью за вас, чтобы вас нахрен не уволили. А вы идете опять с ним цепляетесь. Он же заявление уже написал на вас. Ну поэтому и цеплялись, чтобы он заявление на нас не написал. Ты что, дурак, что ли? А он сейчас сверху еще допишет. И все. Бараны, блядь. И что делать теперь? Что делать, нахрен? Пошли?
Ты не забывай, в какой-то стране живешь. Здесь пока не забашляешь, ничего не решается. И сколько-то надо башлять? Минимум 1200 надо, чтобы я хотя бы общаться мог. Охренеть, 200 тысяч. Ты как собираешься общаться вообще? Вот представьте, да, сейчас пандемия. Не дай бог, конечно, ну представьте, что вы заразились коронавирусом. Я не заражусь, я вакцинировалась. Они тоже болеют же коронавирусом. Ну хорошо, не коронавирус, чем-то другим, допустим, да, заболели, звоните скорую, они не приезжают. Почему? Потому что мы их посадили. Ну кроме них есть другие врачи. Да нехватка их сейчас, понимаете? Нехватка, их мало. На эту маленькую зарплату хрен кто придет работать, по сути. Поэтому у них и нервы сдают. И... Да, но даже если они не имеют права бить человека. Кому ты здесь накидываешь? Ты думаешь, я что, синяки от засосов не могу отличить? Он дешевый обмен, как на это слухнула? Никто тебя не бил нахрен. Давай мозги не хавай, заявление свое забирай и 100 штук мне потом поставишь. 100 штук за что? Как за что? Эти медики на тебя встречное заявление хотят написать. Сколько за курт нашла? От меня не дисин. Сол говорит, мазаган. Давай бастыга тырма. Бля, что жене скажешь? Женщина, ну простите их один раз. Это же медики. У них и так мизерная зарплата. Мы их сейчас всех поувольняем. Кто нас тогда лечить-то будет, а? Ну, адам бы злой вермис. Ну, не, сдали нервы один раз. Ну, можно же простить, а? Ну, хорошо. Вот другой разговор. По вам видно, вы очень мудрая женщина. Вы саке знает, кого выбирать, да? Этот, кстати, давайте то видео лучше тоже удалим. А зачем это? Ну, мало ли, завтра где-нибудь всплывет, оно нам надо. Ну, береженого Бог бережет Тигандин. Давайте удалим все-таки. Ну, хорошо. Да? Короче, ребят, я с ними поговорил. Они говорят, вот 250, окончательно, все. Сумин, дело закрыто. Слушайте, 250, ты же изначально говорил 200. Ну? Ой, ну тогда иди ты сам с ними разговаривай. Эй, ты что, блин, мне что ли это надо, на то пошло? Я за вас хожу, блин, потею, педалю, блин. А ты здесь, блин, 250 за 50 тысяч мозги хаваешь. И они 1 миллион тенге просили, понимаешь? Я кое-как их на 250 уговорил. Это вообще уголовное дело, по сути. Вы мелочью отделываетесь. Че, реально вообще никак, что ли? Не, ну можно, конечно, там 2-3 года посидеть и все. Не, все понятно, 250 так 250. Точно? Да, точно, точно. Ну все, раз претензий нет, руки пожмите друг другу и все. Я говорю, что, соситесь или что? Руки пожмите друг другу и все, хоть нервы. Давай, давай. Вот, молодцы. Это же статья. Это уголовное дело, понимаешь? Ахшарада. Ахшар, не, ахшар, хоть тут ты. Товарищ, вопрос не задавай, молча делай и все. Стоишь, блин, как будто секса хочешь. Ты че, братан? Ты че, кинуть хочешь нас, что ли?